В нашу рубрику «Мобильный репортер» житель поселка Володарского Дмитрий Чернышов прислал сообщение с жалобой на водителей маршрута номер 367, которые регулярно грубят пассажирам, угрожают им расправой, когда те пытаются понять, почему с их карт снимают суммы больше, нежели стоит проезд. Так, 14 августа конфликт перерос в потасовку, а когда пожилая женщина сфотографировала номер автобуса для того, чтобы написать жалобу на водителя, последний начал угрожать, используя ненормативную лексику. Что ты снимаешь? Тогда то, как вы, наорали, ты, то, как вы на пассажира, с пассажирами так разговариваете. Дмитрий попытался защитить женщину, и ему с трудом удалось предотвратить рукоприкладство. Автор сообщения добавляет: ПТП проиграл тендер на перевозки, и теперь нам страшно ездить с новыми водителями маршрута 367. Водители обзывают пассажиров, назначают им встречи для разборок, ведут драки в автобусах. Помогите нам вернуть старых и дружелюбных водителей, которые не обманывали пассажиров на деньги и не снимали с карты стрелка лишние средства. Заканчивает свое послание автор. Мы обратились на горячую линию Мострансавто, где жалобу зафиксировали и обещали предпринять меры. Это будет решать руководство автоколонны. Срок рассмотрения обращения 8 рабочих дней. Ваше обращение номер 209-321. Ожидайте, пожалуйста, с вами свяжутся. В случаях, подобных вышеописанному, советуем пассажирам самим обращаться на горячую линию Мострансавто по телефону 8 800 731 13. Кроме того, у Мострансавто существует проект «Общественный контроль». На электронную почту вы можете видеть ее адрес на нашем экране. Пассажиры могут отправить видеозапись с нарушением, допущенным водителем. К сообщению необходимо прикрепить информацию с номером машины, временем происшествия и другие необходимые подробности.